Так, доброго времени суток, с вами снова Алиус. У нас, похоже, новый режим в The Crew 2. Что мы можем сказать? Смотрите, новый режим игры, нарисована полиция. Там новый транспорт, тоже полиция. Новый моторпасс, ну это... Ну ладно, неважно, это платные вещи. Так вот, у нас, я просто не следил, и тут вдруг включаю, думаю, надо же, давайте посмотрим. Это новый режим. Ладно, продолжить. Что мы видим здесь? Не знаю. Сейчас я музыку отключу. А то будут всякие эти... Неприятности, страйки. Так, что ж у нас есть-то? Давайте посмотрим. Загружаемся. Это очень интересно, это прямо неожиданно, скажем так. Я думал, The Crew 2, в принципе, особо развиваться-то не будет. Так, у меня, кстати, новые машины есть. Ну, La Ferrari. И еще там было McLaren, вы видели, а вот у меня теперь La Ferrari есть. Надо на балкон сходить, воздухом подышать. Майами. Итак, сейчас проверим. Вот новый стиль, вот это Bolt что-то. Транспорт. Ну, что у нас? Я, кстати, мотоцикл купил, вот такой вот BMW. Что еще у нас? Корвет Stingray, ну, может быть, его уже показывал. Я же сейчас корвет собираю. Ну, в принципе, я, по-моему, все корветы собрал. У меня появилась цель, ну, как бы дальше собирать, но другие машины. Вот она, La Ferrari. А это из класса гиперкаров. Ну, соответственно, McLaren мой и Pagani Zonda F. Что-то вот у меня тут по самолетам новое появилось штука. Ну, смотрите, в общем, раз у нас новые классы игры, надо что-то смотреть. Так, пилот, что у меня тут? Легендарные очки начислили. Так, что у нас есть? Мотоцикл. Вот, Motor Pass. Что это такое? Новый контент. Hey champ, this is Lara, the stunt coordinator for Motorflix. We're the biggest entertainment company on the block, and I want you to be our lead stunt performer. Starting with Motorflix's first production, the action series, The Chase. Погоня, Chase. In it, the masked thieves in tuned cars foolishly dared steal from the private company Vault Corp. To retrieve the goods, Vault Corp launched their interception security team. You'll be the main driver. The goal? Do whatever it takes to get these thieves off the road. Как-то немножко бредово вот с этим, и все, камеры какие-то заморочены слишком. А так, в принципе, ладно. Хоть новый какой-то режим. Выполнять испытания. Да, все понятно. Премиум бесплатный. Ну, конечно же. Вот мы сейчас будем смотреть. Моторпасс закончится через 46 дней. То есть, они этот режим, я так понимаю, хотят сделать на ежемесячной оплате или как? Или на постоянно вот надо будет платить, либо это как испытание, которое нужно. Ничего не понимаю, почему мне недоступно. Мне ничего недоступно, видите? Это бесплатно, бесплатно. То есть, короче, они хотят, чтобы этот режим оплачивался, да? То есть его надо оплачивать и... Ну, такое себе, знаете. Ну, у меня все закрыто почему-то.
Короче, можно за внутриигровую валюту купить, но у меня таких сейчас монеток нету. Я так и не понял, что это, что мне это дает. Вот что? Что дает? Ничего не дает. Короче, посмотрим, ладно. Давайте тогда сейчас отправимся. Вот, хочу на этой машине. Отправимся на какое-нибудь задание. Либо посмотрим, есть ли какие-то задания сейчас. Я вернул спидометр. Короче, ну, допустим, добавили этот новый режим. Я так и не понял, как его включать. И я так понимаю, нужно его покупать, допустим, даже за внутриигровую валюту. Тогда, знаете, это такой режим, который, ну, не все игроки, далеко не все будут пользоваться. И, соответственно, популярность игры это не повысит ни капли. Так, миссии. Что у нас есть по миссиям сегодня? Чейз есть. Вот давайте сейчас посмотрим. Так, Life Summit. Сегодня можно попробовать. Не знаю. Life Summit вы уже видели. Ну, давайте. Вот что тут? Ну, просто посмотрим. Хотя бы. Что у нас сегодня в Life Summit? Как раз займемся Chase, попробуем. Сначала Life Summit, потом Chase. Ну, окей. А, так, ну, как всегда, у меня половина недоступна. Ну, давайте вот эти вот 3-4 задания можно выполнить. Vaulted Assertion Academy Unit. Да, тут все про этот. Машинку я, пожалуй, сменю. Где моя LaFerrari? Она прикольная, но вы сейчас увидите сами. Такой звук у нее, конечно. Я думаю, отсюда стартанем. У нее, кстати, по-моему, 7 передач аж. Да, нет, отсюда не получится. Точнее, получится, но надо немножечко более аккуратно ехать. А не так, как я. Главное на этом перекрестке ни в кого не влететь. Ну что ж, по-моему, результаты очень неплохие. Прекрасно. Побег попробуем. Это верхний Манхэттен в городе опять. Блин, все, я проиграл. We'll be right back.
Надо, короче, еще раз. Так, ну что ж, еще раз попробуем. По стенкам я неплохо проехал, согласитесь. Но все равно результат очень неплохой. Мне все-таки у Феррари круче выглядит даже, чем Макларен. Слава, на водное что-то такое, водное. И последняя там, по-моему, гонка гиперкары будет. Опять с лавом только в городе. Надо было не гиперкар выбирать, а что-нибудь более управляемое, скажем так. Как-то все уже. Ну ладно. Но тоже неплохо. Ну что ж, у нас остается вот это. А потом мы попробуем новый режим, если все-таки сможем его включить. Ух ты, вот она. Вот она. Это уже к новому режиму относится. Но это пока только тренировка. Типа на новых тачках вот этих. Я включил сирену. Хватит мигалками баловаться. Здесь 7 передач. Как, в принципе, и на моей на Феррари. Он прямо на хвосте сидит. Ну, скажем так, это не новый режим, это тачки из нового режима на кольцевой гонке.
The Crew 2 скоро в Need for Speed превратится, я чувствую, такими темпами. Ну что ж, неплохо. Первые, так сказать. Как видите, денег у меня нету. Это потому, что я купил мотоцикл и там еще что-то. В общем, мотоцикл, кстати, тоже не дешевый был. Ну что ж, вот мы прошли все, что можно было здесь сделать. Теперь попробуем все-таки поучаствовать. О, погода какая. Немножко носит ее из-за мокрой трассы. У меня, кстати, ручная коробка передач сейчас стоит. Кстати, обратите внимание, у нее тоже, как у Макларена, есть антикрыло, так называемое. Но его сейчас нету, да? Вы видите, что нету антикрыла. А теперь смотрите. Причем и снизу тоже, вот там вот, внизу тоже поднимаются. Вот так вот. Итак, теперь задача наша проста. Нам там что-то накапало. Хобби. Что-то награда. Какую мне награду дали? А, значок. Ну, блин, эмоции эти я... не заинтересован. Вот если бы мне Mazda RX-7 вот эту подарили, турбо, это другое дело. Когда-нибудь подарят. Итак, что я хотел сказать. Мы должны проверить вот эту новую фигню. Да, 160 SR Street Race. Класс Street Race. Ну что ж, посмотрим, где это, что это. Мне очень интересно. Welcome to the set, champion. Ready to give it your best? Полицейским будем. Я даже не знаю, что сказать. Но это мы уже видели. Заставку. Ready to go smash some cars, champ? Roll camera. Action. Your target is designated. Hit their vehicle till you take them out. Dodge, полицейский, это что-то очень знакомое. Так, этот Dodge у нас управляется именно автоматической коробкой передач, сразу видно. Поэтому сделаем автомат и не будем париться. Это типа съемки фильма, я так понимаю, да? Ну, что-то такое странное, конечно. 8 бандитов надо взорвать. Look out there. Hurdle incoming.
Две минуты осталось, чтобы уничтожить 8 бандитов. Я только 3 уничтожил. Еще 4. Слабенько. Хорошо было сейчас его в автобус. За 1 минуту я не успею всех остальных нейтрализовать. Короче, новый режим, надо тренироваться. Но я за 30 секунд не успею. Один остался. Слушайте, это шанс успеть есть, но маловероятно. Все. Если я еще раз так долбану, то да. Я победил или все-таки не прошел? Ну, короче, что-то такое. Вот этот режим, я так понимаю, да? Ясненько, сколько их еще по карте? Ну что ж, вот мы посмотрели новый режим. Предлагаю на сегодня пока закругляться. Это был просто ознакомительный, так сказать. Можно еще 1 гоночку пройти. Вот, кстати, новые гонки появились. Сколько она примерно по времени занимает? 3 минуты? Давайте попробуем, что ли, чтобы не так грустно завершать этот выпуск. Пускай будет автомат у него. У него же есть режим автомат работы коробки передач. Я 100% уверен. Попробуем на автомате. Это Nissan 370Z, соответственно. Очень неплохой раскрас, как видите. Ладно, давайте попробуем. У нее очень плохая заносимость, то есть эту машину в занос вывести, видите, достаточно тяжело. Насколько я знаю, у Nissan 370Z или
Или я ошибаюсь, или нет, но вроде как или у всех моделей, или только у некоторых полный привод. В общем, если смотреть на то, что было до этого, мы проверяли этот новый режим, ну, скажем так, я не то чтобы ожидал большего, но... В общем, на мой взгляд, ну, интересно, но... Ладно, посмотрим, как будет в будущем. Ну что ж, гонку мы прошли. В принципе-то... Кстати, что за город тут? Что-то не обратил внимания. О, мы до Лос-Анджелеса доехали. Я думал, там какой-то маленький городок. А, болтуны, вот. Короче, транспорт. Какие-то у меня машины не прокачанные были. Надо посмотреть, какие... Мотоцикл прокачанный, это прокачанный, конечно. Вот у этой не хватает. Разницы нет. Вот это бы, где материал? Так, у нее вот, у нее.
Этого не хватает. Тут тоже. Выхлоп. У моего корвета. Так, и как... тебя не хватает. Так. Теренки-то есть? Нету. Подвесочку ей. Ну все, закончилось. It's up to me to clean it up and put you back in your place. Неплохая машинка. Видите, какая стильная. Ладно, мы посмотрели новый режим, вот этот Chase, что-то такого прям супер там особенного я не могу сказать, что там есть, но мне понравилось, ну как, на четверочку скажем, если из 5 баллов, я бы на четверочку сказал. Пока что ожиданий больше было, но посмотрим, что будет дальше в этом режиме, может быть неплохо. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, если хотите. Так что спасибо и всем пока.